Здравствуйте, это «Погода от народа», с вами Юлия. Давайте перейдем к прогнозу погоды на 13 сентября. В Барнауле ночью плюс 7, днем плюс 14, в Белокурихе ночью плюс 3, днем плюс 17. В Горно-Алтайске в ночное время суток всего 1 градус выше нуля, днем плюс 16. Расскажу об ожидаемой погоде в нашем городе. В Бийске переменная облачность, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 15, плюс 17. Пользуясь случаем, хочу поздравить своего папу с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.